Шалом, дорогие друзья! В холодный зимний вечер невозможно отказаться от тарелочки горячего ароматного супа. И сегодня у нас для вас прекрасный рецепт супа из хумуса, потому что хумус является неотъемлемой частью израильской кухни. Итак, приступим. Для нашего супа нам понадобится хумус, оливковое масло, лук, петрушка, тонкая яичная вермишель, протертые помидоры, бульон, сладкая паприка и чеснок. Хумус замачиваем в течение ночи в большом количестве воды. Так, приступим. Начнем с нарезки лука. Лук мелко нарезаем. Мелко режем чеснок. В кастрюле с тяжелым дном разогреваем оливковое масло. Кладем в кастрюлю лук и чеснок. Жарим в течение 10 минут, регулярно помешиваем. Этим временем мелко нарезаем петрушку. Лук и чеснок готовы. Теперь всыпаем туда хумус, петрушку и выливаем протертый помидор. Закрываем крышкой и даем протушиться примерно 10 минут, иногда помешиваем. Вливаем бульон, солим, перчим, высыпаем паприку и варим до мягкости хумуса, что примерно занимает 2-2,5 часа. Наш суп почти готов, осталось сыпать яичную вермишель и варить еще примерно 10 минут. Наш суп готов. Перед подачей можно украсить свежей зеленью. Приятного аппетита!